коттеджном поселке Малая Медведица еще нет постоянных жителей, но уже имеется свое кладбище. Здесь устроили несанкционированное захоронение домашних животных. Тела умерших питомцев оставляют в паре метров от строящихся домов. Одну из собак положили в черный мешок, присыпали землей и прикрыли коробкой. Соседи таким могилкам не рады. По закону тела умерших животных считаются биологическими отходами. Их должны кремировать. В отдельных случаях питомцев хоронят в земле в специально отведенных для этого местах, которые устанавливаются администрацией. За несанкционированное захоронение домашних животных для граждан предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей.